Dell Vostro 3300 – ноутбук среднего класса, созданный специально для корпоративного сегмента. Подобные решения обычно отличаются практичным исполнением и хорошей оснащенностью. Проверим, справедливо ли это утверждение для нового Vostro. Вместе с ноутбуком поставляются только неотъемлемые компоненты – зарядное устройство, аккумулятор, документация, а также диски с программным обеспечением. Для снижения стоимости компьютера производитель оснастил его операционной системой FreeDOS, а вот драйверы для Windows в комплект поставки не входят. Поэтому при установке этой ОС пользователю придется загрузить их с сайта производителя. Дизайн Dell Vostro 3300 понравится не только бизнес-пользователям, но и тем, кто выбирает практичные и относительно недорогие решения для работы. Верхняя панель и боковые грани ноутбука выполнены из металла, а все внутренние поверхности сделаны пластиковыми. Корпус ноутбука достаточно прочный, а верхняя панель удерживается двумя шарнирами. С учетом стандартного аккумулятора модель весит менее 2 кг, а максимальная толщина корпуса составляет 28,6 мм. Это позволяет без особых трудностей носить ноутбук в специальной сумке и использовать его не только в офисе, но и в командировках. Особенностью Dell Vostro 3300 стал широкоформатный дисплей с диагональю 13,3 дюйма. Матовый экран практически не бликует даже под действием прямых солнечных лучей. Высокую яркость изображения обеспечивает светодиодная подсветка, а разрешение экрана составляет 1366 на 768 пикселей. Над экраном встроен объектив 2-мегапиксельной камеры и микрофон. Уровнем эргономики мы также остались довольны. Большой тачпад с поддержкой мультитач расположен немного ниже рабочей панели, а управляющие клавиши разделены. Основная раскладка обеспечивает хорошие тактильные ощущения за счет большой площади касания. Дополнительно над клавиатурой расположена зона сенсорных кнопок для управления мультимедийным проигрывателем, а также системные индикаторы. Но есть у Dell Vostro 3300 и некоторые недочеты. Несмотря на то, что выводы системы охлаждения расположены на задней и правой гранях, корпус ноутбука достаточно сильно нагревается, особенно в результате активной эксплуатации. При этом модель работает очень тихо. Стандартный 4-элементный аккумулятор в тесте Battery Eater 2005 Pro обеспечил чуть более 4 часов автономной работы. Это немного для столь компактного ноутбука, но при необходимости пользователь может выбрать модификацию с усиленной 8-элементной батареей. Конфигурация Dell Vostro 3300 очень хороша, особенно учитывая позиционирование в среднем ценовом сегменте. Модель оснащена двухъядерным процессором начального уровня Intel Core i3-330M с тактовой частотой 2,13 ГГц и встроенным графическим адаптером Intel Gemini HD. За счет интеграции непосредственно в процессор, это производительная и экономичная графическая система, которая легко справится не только с базовыми задачами, но и с воспроизведением видео высокой четкости. Данная модификация комплектуется 3 ГБ оперативной памяти и винчестером на 320 гигабайт со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту. Жесткий диск Dell Vostro 3300 имеет датчик свободного падения и амортизатор Strike Zone. Это решение позволяет защитить данные при падении ноутбука, независимо от того, включен он в этот момент или нет. Тестирование в 3DMark 06 и PCMark 05 показало достаточно высокие результаты – 1469 и 5259 баллов соответственно. Так как модель рассчитана на корпоративный сегмент, ее оснастили широким набором функциональных элементов, которые к тому же удобно расставлены по боковым граням. Для удобной работы с внешним манипулятором оптический привод DVD Super Multi расположен не справа, как это часто бывает, а слева. Рядом с ним находится слот расширения функциональности Express Card 34, гнездо гигабитного сетевого адаптера, интерфейс USB 2.0 и розетка зарядного устройства. Справа пользователь увидит второй интерфейс USB 2.0, совмещенный порт и SATA USB, видеовыход VGA и отверстие замка Kensington. Для удобного подключения наушников аудиоразъемы вынесены на переднюю грань. Рядом с ними расположен картридер с поддержкой форматов SD, MMC, MS, MS Pro и XD, а также переключатель, активирующий модуль Wi-Fi. Если не принимать во внимание чрезмерное тепловыделение, Dell Vostro 3300 зарекомендовал себя как очень прочный и надежный компьютер, который хорошо подойдет как для офисной эксплуатации, так и для работы в деловых поездках.